Над землей летели лебеди, солнечным днем. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду на том пруду, куда тебя я и земля Господи, ну как же интересен наш народ, наш простой, добрый, русский, иркутский, провинциальный народ. Сколько же много интересных разговоров приходится вести вот так вот, сидя на улице и занимаясь просветительской деятельностью. Боюсь, что она у меня получается иногда несколько высокомерной, что ли. Ну а как можно отреагировать? Подходит вполне интеллигентный человек, мужчина, пожилой. Говорит, вы же художник? Я говорю, да. Можно к вам обратиться с такой просьбой? И все спрашивают, а вы можете? Я сразу, даже не дослушивая вопроса, уже отвечаю, могу. Ну потому что, во-первых, я заранее знаю, что он меня попросит. А во-вторых, ну я действительно все могу, что может придумать вообще фантазия нашего обывателя. А фантазия нашего обывателя, она ну настолько примитивно недалекая, и все ограничивается, ну, в 90% случаев. А вы можете, ну, первое, написать мой портрет с фотографией, вот так, чтобы я мог это повесить, подарить. И второй вариант – даже чаще. А вы можете у меня на стене нарисовать вот там что-то такое? И вот сейчас подходит. Вот жалко, что я не записываю все эти разговоры. Ну, надо записывать. В общем-то, где-то и записываю иногда. Надо мне нарисовать на стене картину, говорит он. А чтобы на картине... Вот я вот думаю, он меня спрашивает, может быть, вы мне посоветуете? Или лебедей, или... кони, может быть. Вот как вы думаете, что лучше? Совершенно серьезный мужчина, инженерного вида, но, видимо, пенсионер. Я теряюсь и не знаю, что отвечать. Но ведь человек серьезно спрашивает. И он серьезно ждет, что я сейчас вот пойду и начну ему рисовать картину с лебедями. То есть это настолько далекое вообще... Это вообще какая-то запредельное вообще понимание сегодняшнего искусства, сегодняшних технологий и так далее. Я удивляюсь, я теряю, естественно, заказы. Ну, вот на чем наживаются прохиндеи, наши вот эти уличные продажные художники? Они тут же хватаются за этот заказ, действительно, делают ему лебедей маслом на холсте, но, естественно, они их не рисуют, они идут в интернет, оттуда стаскивают любых лебедей, там, распечатывают их на холсте, подкрашивают, покрывают лаком и впаривают ему, ну, там, за 10 тысяч. Такая оптимальная цена. Ну, я бы, наверное, так мог делать. Отказываюсь. Я ему говорю, понимаете, вот вы обратились все-таки ко мне, к профессиональному художнику. Если я начну вам делать лебедей, то я начну делать своих. А если я начну делать своих, то это достаточно серьезная работа. Она, ну, для меня она очень серьезная. Он меня перебивает, говорит, да что там серьезного? Ну что, вы что, не видели, мол, типа вот везде лебеди такие рисованные. А что, вы не можете таких же нарисовать? Ну, я теряюсь, я не знаю, то ли он издевается надо мной, то ли... Я говорю, а что вам мешает пойти на китайскую барахолку, там этих лебедей завались? По 1000 рублей картина. Идите купите и повесьте. Он говорит, а правда? Ой, да как это действительно, можно же пойти купить. Спасибо, говорит, что надоумили, разворачивается и уходит. Все. Аут, атас, финиш, апофеоз. И я на это трачу свое драгоценное время. Его абсолютно устраивает китайская вот эта вот мишура, этот кич с лебедями. И единственное, чего ему хотелось получить совета от профессионального художника, это как, в какую сторону пойти,
где находится китайская барахолка. Все. Вот на этом разговор об искусстве со мной заканчивается. Ну, в общем-то, и действительно, и я их посылаю. Я их посылаю на китайскую барахолку. А сам остаюсь без 10 тысяч. Хотя, наверное, 5-10 тысяч он был бы готов выложить. Но я не могу так нагло обманывать людей. Я ему начинаю рассказывать. Я говорю, ну, давайте, говорю, мы возьмем, сделаем, распечатаем, оформим. Я говорю, ну, мне этим заниматься неохота. Вы, говорю, сами можете пойти, найти там картинку с лебедями, отнести в фирму. Фирму попросить вам это распечатать метр на метр. Он говорит, то и так можно. Я говорю, и так можно. То есть люди не догоняют до элементарных современных технологий. И так, таких людей у нас 90%. То же самое происходит с портретами, то же самое происходит с картинами маслом, то же самое происходит с натюрмортами и с пейзажами. Поэтому я потому такой агрессивный, можно сказать, и нетерпимый художникам, к собратьям, которые этим занимаются. Весь интернет заполонен этим кичем вот, под видом, значит, псевдореализма. Здрасте. А вы фотографии рисуете? Рисую. Рисую. А можно скинуть, да? Можно. Все? Все? Thank you.